кино. Если у вас нет тети, то значит, у вашего папы не было сестры. А если дамочка, у вас нет гражданочка, друзья, очнитесь. Значит, у папы не было брата. Очнитесь, гражданочка. Что? Что случилось? Это я у вас хочу узнать, что случилось. Итак, как вы здесь оказались? А где? Так, давайте все вспомним. От самого начала до самого конца. Только правду. Ой, нет, я... С концом тут у нас будут проблемы. Начало-то я хорошо помню. Мы с друзьями. Угу. Перед Новым годом, угу, по традиции, ходим в баню. Конца я не помню. Хорошо. Имена друзей? Коля, Петя, Вася. Вы что, хотите сказать, что ходите с друзьями в мужскую баню? А в какую это? В женскую, что ли? Это мужик дает. Интересно. А в какую именно? Ну, обычную московскую баню. В обычную московскую баню? Да. Ну, а почему тогда лежите вот здесь, в Петербурге? А я что, в Петербурге? В Петербурге? Ой, как здорово. Город над вольной Невой. Как-то я в Петербурге. Ничего себе. Я не знаю, ну... Мы же выпили 3 бутылки водки. Каждый. А Вася должен был лететь в Петербург. И нас, наверное, в аэропорту перепутали. Перепутали с Васей? А с кем? С Машей? Не врать! А это... Где Вася? Что вы с ним сделали? Кричите меня. Я правду говорю. Я говорю правду. Вася, я правду говорю. Что? Похоже, вы действительно говорите правду. Ну, конечно. Я тебе не вру. Я тебе всю правду говорю. Послушайте. Вася не говорил, зачем он в Петербург летит? О, он говорил. О, говорил, говорил. Полечу-ка я, говорит, в клинику. Угу. По перемене пола. Дурак-то. Ой, а что это такое вот? Мама. Нет, нет,